12 декабря хор ветеранов Северского дома культуры отметил свой юбилей. Народному самодеятельному коллективу исполнилось 35 лет. Руководит хором заслуженный работник культуры Кубани Вячеслав Веремеев. Одна из задач в работе коллектива – сохранение традиционной культуры нашего края. Это связь поколений, молодых, старших. Передаете все традиции, те, которые были на Кубани, чтобы наше подрастающее поколение знало и помнило, что нашу историю. Но благодаря вам, вашим песням, вашему коллективу, эти традиции, эти связи поддерживаются. Поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всех благ. Участники хора в основном пенсионеры. Люди, которые свое свободное время посвятили творчеству. В их репертуаре казачьи, военные и просто русские народные песни. Коллектив – постоянный участник фестивалей и конкурсов различного уровня. Начальник управления культуры Галина Куролесина обратилась со словами поздравления в адрес юбиляров. Я от всей души желаю, у нас с вами предстоит защита в будущем году, чтобы вы в очередной раз подтвердили свое высокое звание – народного хора. Мы сегодня с удовольствием слушаем высокий уровень исполнительского мастерства. Я очень рада, что вы все вместе здесь с нами. Участникам хора вручили почетные грамоты Управления культуры. Галина Куролесина отметила высокий профессионализм вокалистов и аккомпаниаторов. В ближайшей перспективе коллектив предполагает расширить концертную деятельность, а также в очередной раз подтвердить звание народного.